Если юрисдикционные проблемы между православной церковью и католической, например, у нас в западных епархиях Русской Православной Церкви, в украинских епархиях, прежде всего, в западноукраинских, остро существуют, к сожалению, они не снимаются мановением руки, даже если хоть в Гаване, хоть где угодно встретятся главы церквей. Сначала, конечно, нужно прежде всего подумать и, опять-таки, ответить самим себе, насколько наши собеседники реально готовы к беседе, к равноправному диалогу и к равноправному сотрудничеству.